В районной администрации собрались депутаты районного совета депутатов, руководители предприятий, учреждений и служб, руководство городских и сельских поселений и представители общественности. Работа над документом велась более 2 месяцев. Бюджет Одинцовского района на 2017 год был сформирован по программному принципу на 3-летний период. В основу главного финансового документа района были взяты 16 муниципальных программ, мероприятия которых реализовались в течение всего 2017 года в процессе исполнения бюджета. Предложения и замечания по обсуждению проекта решения об исполнении бюджета за 2017 год принимались в течение 19 дней. В соответствии с пунктом 6, 8, 7 и 6.10 положения о порядке организации проведения публичных слушаний в Одинцовском муниципальном районе составлены списки участников и выступающих на данных слушаниях. Доходы консолидированного бюджета Одинцовского района в прошлом году составили 17 миллиардов 763 миллиона рублей. Расходы – 18 миллиардов 299 миллионов. В целом, за последние 5 лет доходы бюджета нашего района выросли почти на 40%. С 13 миллиардов 103 миллионов рублей в 2013 году до 17 миллиардов 763 миллионов рублей в 2017 году. На 7% увеличились налоговые и неналоговые поступления, а также в 2,5 раза выросли безвозмездные поступления, в том числе от бюджетов других уровней, более чем в 2 раза. В 2017 году был перевыполнен план практически по всем источникам поступления налоговых и неналоговых доходов. Это позволило дополнительно пополнить бюджет на 133 миллиона рублей. Большая часть расходов, порядка 67%, была направлена на образование. Следом за ним идут национальная экономика, общегосударственные вопросы и охрана окружающей среды, ЖКХ, спорт, культура и другие сферы.